Захищати себе та свою оселю чи майно – справа благородна. Мабуть, багато хто з вас замислювався про те, аби придбати зброю. Тож сьогодні будемо говорити про зброю з адвокатом Альбертом Шепелєвим. Добрий день, пане Альберте. І ось зброя, насправді, це, мабуть, звично вже для деяких країн, і у людей вдома є зброя для того, щоб захищати себе та свою оселю. А у нас в Україні трошки інший порядок. Як ви взагалі ставитесь до того, що є зараз у нас? Я рад приветствовать вас і всіх телезрителей. Вопрос, так сказать, злободневный ви сьогодні піднімаєте. Но я хотів би почати этот разговор наш с вами с цитаты великого древнеримского философа Цицерона Марка Нулия, который говорил о том, что «я буду говорить, ничего не утверждая». Почему я взял эту цитату в начале нашей, как говорится, беседы? Я хотел бы подчеркнуть то, что и моя позиция в отношении тех, кто хочет приобрести оружие, и тех, кто возражает против того, находиться именно посредине их, в равном удалении от той и другой стороны, для того, чтобы телезритель мог сам лучше определиться, какую он сторону примет, то ли ту, и то ли ту. Так? Именно эта позиция, я думаю, и вы согласитесь, взятой мною позиции, о том, что именно будет это, я подчеркиваю, способствовать определению в этом вопросе каждого телезрителя. Так, ну тож, как вы думаете, вона потрібна чи ні? Это, будем говорить, смотря с какой стороны и чью сторону принимать. Она может быть и потребна, она может быть и вредна. Ну вот, например, бытует мнение о том, что наличие зброи, наличие ее, только наличие, провоцирует конфликты. Так? Угу. И в то же время есть мнение другое о том, что наличие оружия способствует безопасности в этом государстве. Так? Но вы знаете о том, что когда говорят об оружии, то в основном это приводят пример Соединенных Штатов Америки. Так, где оружие довольно так распространено, так, в вольном доступе, так, вот. Но никто, я думаю, что в основном не смотрят на тот вопрос, а почему и на сегодняшний день в Америке довольно сильная сторона – это те, кто за то, чтобы иметь оружие. А я вам скажу, почему. Я не знаю, согласитесь ли вы лично или даже телезрители, имеет значение именно почему так в этой стране. Ну и я говорю о Соединенных Штатах Америки. Соединенные Штаты Америки образовывались как? Из всех стран. Дуже багато різних, так. Так, со многих зовсім стран мира ехали туда на обогатиться в основном. Добыть золото. Так, тут, там добыть территория золото. И каждый из своей страны, выезжая, он хотел защиты иметь. Звичайно. Это правильно, это элементарно. И он приезжал с оружием. Потом, впоследствии, он, конечно, менял ее на другое, более совершенное и тому подобное. Но это уже было заложено, значит, с их только приездом, так, этого народа. Соединенного Штата Америки. Значит, и поэтому эта позиция довольно сильная в Соединенных Штатах Америки. Ну, вже ж зараз змінилася ситуація. Так, незважаючи на те, що дуже багато різних людей проживають на території Америки, все одно можна сказати, що так цивільно, так цивілізована країна, і можна було б змінити такий ось порядок, який колись було започатковано, але ж все одно він залишається в цій країні. Як ви думаєте, чим зараз зумовлено таке ставлення до зброї в Сполучених Штатах Америки? Корні. Тільки коріння. Це головне.
исторически сложившаяся обстановка. И когда, как говорится, те, кто выступает по этому поводу и приводит Соединенные Штаты Америки в этом вопросе, они опускают этот главный вопрос. Вы понимаете? Поэтому так обстоит дело. А если вы возьмете Японию, там же совсем противоположное. Противоположное. В Японии оружие полностью запрещено. А как вы думаете, почему? Чему? Так. И они говорят, и обосновывают чем. Наша, ну, так сказать, полиция, там, милиция, кто бы ни был, наши органы в состоянии защитить каждого и оружие иметь личное в своем владении не надо. Ну, треба ще ж вміти користуватися зброєю, так? Якщо ми будемо переходити вже до іншого питання. Якщо в Україні, наприклад, ну, от як ви думаєте, стане більше бажаючих придбати зброю, так? То треба, мабуть, розуміти, що зброєю треба вміти користуватися, треба знати, яка саме у вас зброя, чим ви керуєтесь, коли можете вже дістати ту чи іншу зброю для того, щоб оборонятися, так? Дуже багато різних моментів, на які треба зважати. Пане Альберте, от як ви думаєте, в Україні що? Я хотів би на ваш вопрос, так, і так піднятий, так сказати, под вопрос этой темы привести мнение великого немецкого философа, философа Канта. И вот он говорит о том, что если человек не имеет иной охраны, чем свое личное оружие, он находится в состоянии войны. И каждую секунду он должен быть готовым к нападению. Вы понимаете, вот что этот самый. И будем говорить, только государство в состоянии обеспечить жизнь народа, его безопасность и его богатство народа. Значит, государство, так? Это говорил и подчеркивал этот Гоббс. Англійський філософ Томас Гоббс. Тут звичайно, що так. Поэтому главное должно быть направлено действие о том, что государство должно, ну по конституции у нас кто? Ну так, звичайно, звичайно, що государство бере на себе відповідальність за те, щоб захистити права громадян. Так, це звичайно, пане Альберте, і кожного життя. Ось дивіться, але ж зараз можливо, багатьох виникає потреба придбати зброю і хоча б яку саме людина може придбати зброю. От розкажіть трошки про це, що значить, на сьогодні. Зараз приобретають оружие тільки тим, хто має на це розрішення. Без розрішення це запрещено. Предусмотрена ж відповідальність, уголовна відповідальність за, як говориться, статья 263 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за приобретение, распространение, реализацию, значит, и ношение неразрешенного оружия, то есть запрещенного, или взрывных предметов, так, самодельных каких-то, так, значит, какого-то предмета. Ну, у меня как раз было такое, когда изготавливал самодельное взрывное устройство, ну, вроде как взрывная граната или этот самый взрывной предмет, будем так назовем его. Так, значит, ну, привлекли к уголовной ответственности этого гражданина. И предусматривается ответственность довольно очень строгая. Значит, это от 3 до 7 лет лишения свободы. Ну так, людина, яка тримає вдома зброю, вона повинна замислитись в першу чергу про те, що потім буде за цим стояти, коли вона буде користуватися нею, так? А зараз зброї в Україні стало більше, так, пане Альберте? От що ви можете сказати, як зараз бути і до чого це може призвести? Сложно сказати. Но, на мой взгляд, только одно. Чем больше оружие, тем опасность его применения возрастает. Пане Альберте, а у вас є зброя взагалі вдома?
До сегодняшнего дня не было и нет необходимости. А ви не замислювалися про те, щоб можна було придбати зброю собі? Нет, этот вопрос не возникал никогда. Значит, я могу только одно сказать. Вот если, ну так сказать, на мой взгляд, если, это, кстати, совпадает и с, так сказать, о том, что с примерами Соединенных Штатов Америки. Если это какой-то хутор, как его там не назвать, и где-то 2-3, как говорится, как хаты так находятся, то, может быть, этим лицам и необходимо иметь зброю на территории своего, так сказать, ну, земельного участка самого владения. А в місті, як ви думаєте? Вот. Ну, это я говорю, там необходимость. Ну, а уже вопрос о том, что в місті, в городе, в городах, это уже, так сказать, кто к какой стороне, будем говорить, склонен. Тоді скажіть, пане Альберте, як краще себе захищати? І, ну, звичайно, що ми живемо зараз такий час, коли можуть виникнути будь-які ситуації і можуть бути напади. Зараз багато злочинців, які просто можуть вкрасти щось у вас і так далі, і так далі. Тобто, насправді, може бути що завгодно. Який тоді метод для нас зараз найдієвіший? Как-то, как один из греческих философов говорил о том, что как плохо иметь слишком много, и слишком мало тоже плохо. Поэтому оберегать, ну, будем говорить, то, что это не главное. Главное о том, что как обезопасить жизнь людей. Так? И вот здесь необходимо поднимать роль государства. Государство должно выполнять свои функции, а не перекладывать на кого-то. Ведь когда перекладываются функции, государство берет и перекладывает на общественные организации, на какие-то, на всевозможные общественные объединения, так, значит, оно отказывается от своих функций. Даже будем говорить, ОСББ, так, значит, создание, это тоже, так сказать, передача функций, государственных функций на народу. Але ж ми бачимо, що дієвіше стало, так? І деякі такі от організації себе показують досить таки непогано, з кращого боку, і ми бачимо, що результат таки є. Всегда. Когда начинается какое-то дело воплощаться в жизнь, то, как правило, положительное берет верх. Но со временем эти, даже, как я говорил, ОСББ эти, так, они еще покажут себя, и, надо сказать, может быть, не совсем из самой лучшей стороны. Потому что там проблем очень много, понимаете? Начиная от кадров, от работников. Ну, может быть, будет улучшаться. Я не хочу это как-то сгущать краски и сказать, нет, это вариант совсем плохой, и он, так сказать, будет, принесет какой-то только вред. Нет, я думаю, что, может быть, и будет какая-то и поддержка государства этих организаций, значит, ну, жилищных организаций, которые будут способствовать их укреплению, мощности, я имею в виду, как финансовой, так же материальной какие-то, так, то тогда, конечно, это будет положительно. Якщо ось ми вже так повернемось таки до питання зброї, пане Альберте, то як ви думаєте, на сьогоднішній день в Україні, наскільки стабільною є ситуація? Бо, ну, справді, ми всі бачимо, розуміємо, що зброї стає більше, випадків, коли та зброя якимось чином починає сама по собі, ну, не сама по собі, звісно ж, а ми знаємо, що бували випадки. Ну, события на Востокі способствують, я думаю, согласитесь. Звичайно, так. І взриваються. Розпространення. Так, і багато чого ще. І у людей таки зброя десь таки залишається. То, як ви думаєте, як владнати цю ситуацію, якими саме методами, і чи потрібна вона в Україні, ця зброя?
Ну, в довільному порядку, так? Ми зараз говоримо на прикладі, от ми вже говорили про Сполучені Штати Америки, їхній приклад. І Японію. Японію теж противоположную мнение. Поэтому, может быть, надо как-то соединять эти, так сказать, ну, будем говорить, две противоположности. Хотя, кстати, и в Америке, если мы будем посмотрим, то там преступность не на самом низком уровне. А в Японии она намного ниже, чем в Соединенных Штатах Америки. Тож, що тоді, який висновок можна зробити з нашої сьогоднішньої зустрічі, пане Альберте, будь ласка. Государство должно становиться все более мощным, мощным и мощным. Должно государство брать на себя, не отдавать функции, а себе еще, может быть, брать больше и с помощью уже тогда и общественных организаций, так сказать, вдобавок, но не перекладывая на них все эти проблемы. Тогда будет и в стране больший порядок, и не будет тех лиц, которые будут привлекаться к уголовной ответственности по названной мной выше статье. Будемо сподіватися, пане Альберте, я дуже раді, що ви прийшли сьогодні до нашої студії, говорили про зброю, і, мабуть, таки треба розуміти, якщо вона у вас є, то ви знаєте точно, як нею користуватися, і що потрібно для того, щоб все ж і ви, і ваша родина, і всі решта, члени суспільства були у безпеці. Ну, це відноситься до всім телезрителям. Ваше мнение, это, я считаю, очень правильное, очень нужное вовремя. Это то, что все-таки телезрители должны понимать, что без разрешения иметь оружие нельзя, запрещено и не надо. Так, дуже дякуємо вам, пане Альберте. Тож бережіть себе. І взагалі хочеться, щоб був мир та спокій у нашій країні. Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.